Крупнейший краеведческий музей региона открывает выставку своих первых экспонатов. Их относят к так называемому «серебряному веку» на Алтае. Времени, когда развивалось горнозаводское производство. Среди экспонатов модель первого в России парового двигателя, который изобрел в Барнауле Иван Ползунов. Также макет Змеиногорского рудника и модель станка с чеканами Сузунского монетного двора. Все это памятники науки и техники первого ранга. Старейший экспонат музея – модель водостолбовой машины, по сути, водяного двигателя. Ей почти 200 лет. Последний раз широкой публике модель демонстрировали в 19 веке. Это не модель, которая показывает какой-то объект, который у нас на Алтае был построен, реализован, использовался. А это иностранная техническая новинка, которую привезли из-за границы и пытались здесь внедрить. До сих пор нет у нас подтверждения вообще, использовалось это у нас здесь на Алтае или нет. Или это только и осталось таким пробным экспериментом в варианте модели.